Всем привет, с вами Макс, это мой летсплей. Садимся в тачку. Поехали. А нормальная тачка, быстрая. О, блин! Вот это эпик. Ну ладно, поехали. Да, ребят, команда Лиспой съедет здесь. Придурки-то ржут тут. На. Ладно. Зачем русский автопром разбил? Я починить могу. Мне нужны деньги. Сюда иди. Сюда иди. Сюда иди. На. Да он все на пончики прохалывает. Зачем ты его убиваешь? На. Пончики. Все, пошли. Нормально. Убей, так, что мне взять? Человека, о, нормально. Сюда иди. На. Давай. На. Фига себе, сколько там народу. Сюда. Это же Голливуд. Это туристы. Че, копы? Где копы? Легавые. О нет, бежим. Ты чем кувырок сделал-то? Так. Ну туда давайте. Так, дети. Может не из пистолета, а? Может автомат возьмешь? Сюда иди! Ну из пистолета, ты видишь, сколько он много уже патрон потратил. На одного мента. На двух. На двух? Да. Ладно, бежим. Возьми автомат хотя бы. Может, хватит комментировать? Автомат. Ты чё, сверху? Да, на вертолёте лучше. По вашей. О. 4. Два, бежим. Меня шмаляют. Куда дальше бежать? А, во, всё, лестница. Сейчас крышу будут фигачить на вертолет. А, да. Так. Лезем. Кстати, ребят. Это не пиар никакой. У меня есть канал. Ссылка будет в описании. Подписывайтесь. Я туда выкладываю гифки. И этот видос там будет, возможно. Так. Откуда меня шмаляет? Шмаляет. Я ж там сбил кого-то. А, ну ладно. Как будто играю в Call of Duty. Откуда он тут взялся? Ой, да. Он жив. Ладно. Да как? Короче, мне надо валять отсюда. И поэтому... О, не. Мёртв. Печаль. Хоп. Итак, продолжаем. Так, что у меня здесь? О, давай. Сюда иди! Это что, шестерка была? Мозги. О, нет. Это очень жестко. Стоёмба! Я могу поспать. Убил! Убил? Он его убил. Погнали! Бэху! Менты, легавые. О, тачка. Падла. А, вон машина. Все, я иду в машину. Ты что делаешь? О, вот нормальная. Садимся.
бегу. Нормально, нормально. А! Ну ладно. Ну уж свалить легавых. Оу. Блин. Нормально. Ты жив? Вроде жив, нормально. Опа, она. Опа. Нормально. Это я в него врезался. Ой, блин. А, это баба. Ну ладно. Чё такой тюнинг, блин? Очень серьезный тренинг. Тюнинг. Серьезный прям. Совхоз. Какой-то форсаж уже. Токийский дрифт. О, а что это там за вышка? Там какие-то дома. Дома там. Вон, вон дома. Вверху. Дима, холодно, закрой. Сам урод. Бэх. Мерс стоял. Какой Мерс? Мерседес стоял. Совхоз круче. Бэх, ты заяц черный. Как мне туда заехать? Голоды выбери. Вот дорога. Совхоз. Бам. Привет от совхоза. Макс, куда едешь? В совхоз. Совхоз у нас в этом смысле, наверное. Да, вон он. В американскую. Сейчас приеду. А вот теперь можно класс. А, кстати, вот наушники Макса. О, вот. Вот плеерчик. О-о-о! Нет. О, вон бассейн. Мне нравится эта идея. Бассейн, но этот видос вы подробно видите. У нас на канале. Совхоз застрял. Совхоз застрял в совхозе американском. Хоп. Хоп. Русский совхоз застрял. Хо, бежим. Хо. Крутой пацан. На! На! Ладно, вылезаем. Вот, несмотря на то, что у меня дофига денег. Так. Сейчас вот, ребят, если вы не верите. Сейчас. Сейчас я выйду отсюда. Найду еще какой-нибудь совхоз. А вот, кстати, и совхоз. Давай сейчас скажу, я сейчас любую. Сюда иди! На! Диман! Диман, я совхоз нашел, еще один. Совхоз. Древний совхоз. Поехали. Совхоз. А вот заправочка, но мне не нужна. Мне нужен совхоз. Там я буду срываться от копов. Диман, я нашел совхоз. Еще один. Стоим бы. Ты что с этим делаешь, ножом? Я хотел поймать совхоз. Но он уехал от меня. От меня угнал совхоз. И это плохо. Это грустно. Ну ладно, я собираюсь в совхоз. И я до него доеду. Да чё за... Какая-то управляемость на этой машине очень плохая. Ладно. О, вот здесь вот. Как раз заеду. Хоп. Итак. Я уже почти в совхозе. А вот и совхоз.
тебе домой приехал. Это совхоз. Че это? Он ты вылетел. Совхоз очень зол. Ладно. Хопа. А вот и совхоз. Совхоз. Давайте взорвем совхоз. Он не взорвется. Че мне взять? Во. Итак, на этом видео я сейчас буду взрывать совхоз. Тебя сейчас Антон посмотрит. Так, что че, охренел? Из меня? Че? Из меня? Там Антон бежит. Там рабочий, видишь, он Антон? Антон, видишь, бегает. Это совхоз! Видишь, Антон там бегает, он там поселился, он сидит там. Не по того я имею в виду. Не по Стрелецкому. Как это в совхозе живет. Так. Ага. Хопа! Ну, в общем, можно. Хопа! Мешай, хопа! Как теперь взрывать? Как ее взрывать? Пробежи мимо. Эти, они на датчике. Дима! На G, на G. На G? Да. Отбеги, отбеги быстрее. Дальше, дальше. На G надо. Ешь крутой, да? Сейчас я взрывай буду, хаса, в хвост. Совхоз рванул. Он горит. Но не в этом дело. Дима, ты будешь снимать, я тоже тебе буду комментировать. Ну да, да. Да. Хоп, хоп. Итак, мне нужен новый совхоз. Да, смотри, Волга уезжает от тебя. Какая Волга? Вон там Волга стоял, вон. Ну, здравствуй. Блин, там у Баджини был. Мэпс круче. Чё с ней? А, всё. Ты чё, офигел? Знаешь, что я сделал с тобой за мою тачку? Сюда иди. А ты чё, ублюдок? А, меня бьют. Почему меня все обижают? Что я сделал? Ты угнал тачку. Это не я, это он. Загрузка. Так, а это? Так. Чё, на аэродром ушли? Может, полетаем. Хоть я не умею летать. Я попытаюсь. О, какой город прикольный. Совхоз, наверное, да? Наверное, не все знают, как выглядит совхоз. Вот. Вот как он выглядит в реальности, ребят. Это реальный совхоз. Я там был, я отвечаю, да. Это самый настоящий совхоз. Кто был, тот знает. Нет, нет. С каким-нибудь котом по имени Тиш. Вот я буду спорить. Да хрен. О, блин. Райтс. Ну все, я поехал в совхоз. На аэродром старшки, да? Старшки? О, ну, ура. Торчки, вы чё, вы вообще придурки? Торчки. Какие торчки? Торчки. Нас тут валит вас. Оба. Горжки, а не торчки. Так, а это что? Сейчас открываем. ФБИ. Ну всё, я иду к вам. Я сдаюсь, да, это ФСБ. Наверное, мало кто знает. Но в совхозе есть и они. Я иду в совхоз. Питает ФРБ. ФРБ там написано. Пустите. В GTA не настоящее название, что не знаешь. Там только одно название, полиция. Я взрываю. Я еще не буду.
Сколько нам сдадут звезд за взрыв ФБР? Как думать, сколько нам дадут звезд за то, что мы взорвем ФБР? Одну-две? Да, но это человек капитан. Сейчас узнаем. Ноль. 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 Ну классно. Один это патроны. Ну классно, да, ребят. Я взорвал ФБР. И мне ничего не дали. Ничего не дали. Ребят, это круто. Так. Будем теперь эту. Сюда иди. А за то, что я пострелял в машину, дали мне одну звезду. Взорвать ФБР 0 звезд. Пострелять в машину 1 звезда. Ребята, это... Ой, GTA. С этим не поспоришь. Семёра едет. Ну, видимо, им виднее. Гуляю по совхозу. Совхоз есть и в GTA. Мази. Потому что это самый красивый вор, да. Ты прям внутри. Самый красивый это поселок. Он мимо него, менты проехали. Он так бежит. Уц. Я сейчас грохну, он бежит. Че не прыгает? Может, Дени лучше сделал. За совхоз! За совхоз. Промахнулся и упал. За совхоз. О, нормально. Кто-то морёт. Fucking man. За совхоз. Блин, чё она такая быстрая? Это же копейка. А я её, кстати, установил на это, на Dodge Charger. Ну, это никому не интересно. Вряд ли мне было слышно. Дрифт. Дыкал. Да на ней дрифтить нельзя. А, я рычагом не пользуюсь. Сейчас. Сейчас пробую рычагом. Чё ты мне мешаешь? Не, фигня тоже. Тоже чего фигня. Так, а это что? Илюх здесь все знает. Илюха был в совхозе. Он в этом разбирается. Ну что? Да ты что? Ай, блин, я тебе в глаз дал. Я тебе в глаз дал. Нет, не стой. Здорово, здорово, погнали! Хуя! Я ж здесь крутой, да? Чё тебе? Ты чё, куда чё? Бить нельзя. Так, идём. Игровые автоматы или чё это? Е. Банкоматы. А. А, ну хорошо. Сейчас я всё веду. Ты уже вёл. А, нет, не надо. А то я знаю. Так, что мне? Оу. Я валю отсюда. Снимать деньги. Да. Да. Сюда иди. Ты чё курила? Травку. Чё с ней? Да давай. Ну чё? Нельзя. Можно ему. Нельзя. Нажмите, чтобы купить выпивку. Может русскую ей? Нет. Нет, английскую. Сейчас. Не знаю, но я как бы это покупал тут уже. Видимо, мне не продают. Мне нет 18. Они меня видят. Насквозь. Почему бить нельзя? Они меня видят, что мне нет 18. Ну почему? Убей мужика за это. А, кстати, вот тебе мои чаевые. Так, все, валим. Так, вот ствол. Хоп. Какая приора? Ты что несешь? Это совхоз. Итак, ребята, я поехал в совхоз, чтобы заканчивать это видео. И закончу я в совхозе. Ты чё мне мешаешь? Чайка выехала.
О, вон, гей-клуб, похоже. Ребят, я там сейчас закончу. Во имя совхоза. Шучу. Нет, издали так было видно. Сам ты гей-клуб, только об одном и думаешь. Илюха у нас нетрадиционная ориентация у него, короче. Ничего плохого не подумайте. Это родился он так. Хоп. Чё, мужика напугал? Мы все в топ. Так, всем пока.